В прошлом видео мы написали код для вот этих кнопок, но единственный момент, который мы упустили, это то, что при нажатии на эти кнопки у нас нет никакого звука. Вот звук на кнопке назад у нас есть, а на этих кнопках нету. Перейдем в Login Activity Java и давайте, значит, найдем метод нажатия кнопки назад и скопируем оттуда код, который связан со звуком. Так, сейчас я остальные методы поскрываю. Так, вот он, onBackPressed. Вот это копируем. То есть помните, да, if, если у нас звук в настройках включен, то звучит soundButton. Так, это у нас вот этот signUpUser. Вот тут этот код вставляется, да, и перед toggle, вот здесь, перед всеми ифами ставили. Ну и теперь можно, вот если все методы посворачивать, видно, да, какой у нас красивый код получается. В принципе, все понятно даже без комментариев. Без комментариев, да, тут кнопки назад код, проверка e-mail, проверка имени, проверка пароля, проверка подтвердить пароль, нажатие на кнопок, вот это, потом подсчет символов собака, подсчет двойных точек и проверка на наличие пробела. Ну а тут в принципе только связываем элементы. Вот такое вот короткое видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока, подписывайтесь на канал.